Доброе утро всем, добрые зрители доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. В данном ролике я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в жизни нашего приюта, кто помогает нам, нашим зайцам, нашим пушистым друзьям. Это ролик именно благодарности. Благодарности за то, что вы есть, за то, что вы моя уже такая полюбившаяся большая семья. С вашей помощью, с вашим участием я понимаю, что только сплотившись, мы все вместе можем творить добро. Очень хочется сказать вам свое большое искреннее спасибо. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за просмотры, за комментарии, за ваши теплые комментарии, которые действительно греют душу. Еще 8 месяцев назад я не знала, что такое YouTube-канал. Вместе со своими пушистиками, со своими инвалидами, вы видели их, да? Мы сосуществовали только в социальных сетях «Одноклассники». Там достаточно у меня много подписчиков, но, поверьте мне, помощь у нас была, скажем так, ну, небольшая, потому что народ в городе у нас как бы не очень любит животных. Ну, и со мной всегда были... Я знала каждого поименно, какую помощь мне кто оказывал финансово. И вот буквально, наверное, в январе, когда после Нового года, после ковида у нас ужасно все подорожало, я стала ездить в приют к своим зайкам через день. Для меня это была ужасная боль. Я приезжала в приют, плакала, обнимала собак, говорила: «Зайки, потерпите, потерпите, Боженька нам поможет». И вы знаете, Господь Бог нам помог. Помог встретиться в этой жизни с прекрасным, добрейшим человеком Марианной Базилевич, которая, выслушав все проблемы приюта и взяв кураторство моих собак-инвалидов на себя, стали нам помогать. Мариан, Леночка Порошина, я, девочки, я искренне вас люблю, ценю за то, что вы есть. Ваша помощь, она просто безгранична. Вы поняли, вы прониклись душой, и вы поняли, что я настоящая, искренняя. Спасибо огромное за это тоже вам, моя большая семья. Вы видите, что все, что я делаю сердцем и душой. Я живу с пушистиками, уже будет в мае 8 лет, как я занимаюсь проблемой животных. И раньше я думала, что, ну, наверное, я одна такая. Нет, уже когда, придя на YouTube-канал, я поняла, что нас очень много. Нас очень много людей, честных, искренних в этой жизни, не потерявших совесть, оставшихся с чистой большой душой. Нас очень много. И вы каждый в моем сердце, каждый. Я читаю комментарии каждого, я знаю каждого по имени своего подписчика. И если я вдруг в каком-то ролике кого-то не вижу, я уже начинаю переживать, все ли хорошо, может быть, что-то случилось. То есть я всегда с вами душой, я с вами искренна и честна. Спасибо вам. Спасибо огромное, что вы нам помогаете. Спасибо, что вы нас не бросаете, что откликаетесь на каждый мой крик о помощи. Но вы все понимаете, что, ну, без вас мы не справимся. И данный ролик посвящен именно небольшому такому видеоотчету, чтобы вы понимали, что все ваши приходящие финансы, все идут в фонд помощи именно животным. Бездомным животным, как я не раз уже говорила, что на моем попечении очень много бездомных животных, которые прячутся от злых людей, от ненависти. И я не могу их бросить, я их обязательно кормлю. Они ждут, радуются. Ну и, конечно, наши дети, это прям наши дети, ваши и мои дети, которые в приюте. Спасибо. Спасибо еще раз. Огромное вам спасибо за то, что даете нам шанс, даете надежду на светлое будущее и на то, что вы всегда будете с нами. Я вас всех очень искренне ценю, люблю, уважаю за то, что вы люди. Люди с большой буквы. С уважением к вам, Наталья.